В целом я хочу сказать, что мы успешно развиваемся. Чем живет Татарстан в 21 веке? Мы впервые законом приняли эту программу, и она обязательно для всех. Почему республику называют местом, где мечты становятся реальностью? В целом, мне очень нравится, как ухожен город. В чем секрет успеха многих программ, реализуемых здесь? Смотрите 1 марта на телеканале «Татарстан-24» фильм из цикла «Достояние республики».